Круглый стол с губернатором области Ростиславом Гольштейном и юристами прошел в каминном зале правительства. В этот день чествовали работников юриспруденции. Глава ЕАО отметил важность этой профессии. Человек рождается и происходит юридическое действие, живет и вот сопровождает всю жизнь, потому что как раз юридическая грамотность, она очень важна. Работа юриста во все времена считалась престижной, и наше время не исключение. Многие молодые люди стремятся отучиться на эту специальность. По словам представителя Ассоциации юристов России Михаила Таёрова, это направление требует грамотности и ответственности. Профессия юриста, она подразумевает собой очень ответственную работу. Всегда и в дореволюционной России, и в наше время профессия юриста была очень почетна и уважаема. Хотел бы поздравить, сердечно поздравить всех наших коллег с профессиональным праздником Днем юриста, пожелать всего самого хорошего, тепла, мира, здоровья, самое главное, в наше непростое время. День юриста отмечается 3 декабря. Указ о его введении подписал президент Российской Федерации Владимир Путин в 2008 году. С тех пор у российских правоведов появился свой профессиональный праздник. До этого же единого торжества в честь всех разновидностей юристов предусмотрено не было. Дарья Куприна, Богдан Патрин, Новости 21.